Участок в Креницах, 9,35 соток, собственность, граница участка вот идут по этому забору, длина 52 метра, ширина 27, вот до этих столбов. Участок ровный, сухой, и заходит немножко в лес. До Ладожского озера где-то примерно метров 300. До Новоладожского канала. Прям можно туда пройти и показать дорогу. Отсюда прям до дороги. До Новоладожского канала где-то примерно километр. Вот такой вот участок. Вот это уже асфальтовая дорога.